Коли корпоративное свято набывае масштаб районного, на озере комбината «Усход» для агрогородка Урыцкая отбылся день рыбака. У споборництвах по рыбной ловле приняли удел команды Гомельского района, а так само областного центра. Спякота великим уловам не сприяє. Спокусить на поклевку представников мясовой ихтиофауны у таких умовах оказалась задачей не самой простой. И как показать добрый выник удельникам споборництва, пришлось выкористовывать усе свое майстерство и назапашенный опыт. После 3 годин для водоема у рыбнику семейной команды Надеи Лаптевой только каля 2 кг. Плохо. Плохо лаксивная рыба, но я старалась, вообще так старалась. Для перемоги этого не хапило. У особистых споборництвах выник переможцы склал каля 9 килограммов. У залику команд рыбацкая удача была на боку представников войсковой части 55-25. На узважение судям яны представили амаль 16 килограммов рыбы. Покуль рыбаки выпробовывали натрывалось свои снасти, майстерство и удачу болельщики не сумовали. Забавляльная программа пасовала споборницкой. Детям и дорослым было чем заняться. Концерты, гуляли. Мне понравилась музыка, выступление коллективов музыкальных. И понравилась возможность всем людям, которые отработали неделю, отдохнуть вот среди сада, яблонь, погулять с семьей. И соправды у аграриев зараз работы терас край. Уборочная компания не дае расслабиться, а тому добрый отпочинок особливо важный. Тем больше, коли организовано все на таким высоким узровне и без шкоды для вытворчего процессу. Сегодня мы имеем хорошее настроение для того, чтобы и порыбачить, и убрать хлеб с полей. Предприятия, с которыми сотрудничаем, с которыми мы дружим, с которыми мы всегда взаимодействуем в положительную сторону, мы тоже их приглашаем. Люди отзываются. Это большой праздник не только в нашем коллективе, это большой праздник и в коллективах тех предприятий, которые сегодня принимают участие. День рыбака 2018 – 9-й по лику споборництвы. Рыбы у озера после меньше его не станет. Цікавость боку удельников докладно узрасте. А значит, до встречи у наступном годе на 10-м рыболовно-семейном свете. Максим Савин, Настасья Кучинская, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».